Здравствуйте! Вы на канале Шмыгля Резидент and Alina's Home Garden. И сегодня у нас прогулка в парке Стэнли Парк. Очень-очень красивый парк. Здесь будет и розарий, и много чего. Здесь очень красивая церковь. И сейчас вот... Сейчас это второй уже розариум. Welcome to the Stanley Park Roses Flowers Garden. Flowers Garden. Добро пожаловать в Stanley Park. Розы и просто цветы. Не только розарий. Здесь не только розарий. Там я буду показывать вам видео, где есть только розарий. А это просто много цветов разных. Вот такая церковь. Сейчас покажу поподробнее. Фонтаны, беседки. Все есть. Приехали в парк. Сколько машин. У детей каникулы. И сегодня 17 апреля. Очень тепло. И хорошо. На улице настоящая весна. Сейчас пойдем гулять. Мариша будет на велосипеде кататься. Детей много. В прошлом году в это время у нас снег падал. В этом году у нас хорошо. Ну что ж, пошли. Идемте гулять. Вот такая красота у нас. Пока еще зелени нет, но красиво, все равно красиво. А лебедь куда-то делся, не видно. А есть там. Спустимся сейчас туда. Вот такой у нас Стэнли Парк. О, рыбки есть. Уже вижу их. А вот лебедь плавает. Плавающий лебедь. Какой большой, огромный. Мы здесь 11 лет. Он уже был одинокий. И вот уже, я не знаю, сколько лет ему, ну, больше 11. Очень красивый пейзаж. Красиво так. Дедушка наш отдыхает велосипедом. Рододендроны у нас в этом году пострадали, смотрю кругом. У всех, не только у меня дома, но и у людей, и в парке. Не знаю, что-то случилось с ними в этом году. Плывет сюда лебедь. Очень красивый парк. Здесь когда-то жили очень богатые люди. Это ихняя земля была. Потом у них наследница была только одна. Она умерла. И они завещали этот парк городу. Вот какая красивая. Нет, это не утка. Гусь красивый. Вот на яйцах сидит, ругается, чтобы не подходили. Папа там, а мама сидит. Вот, никто тебя не трогает, не бойся. Видите? И никто его здесь не будет трогать. Выведет маленьких и высидит, и все. Но не буду я тебя трогать, не кричи. Вот рыбы какие большие. Видите, какие рыбы? Да, можно. Сейчас мы покормим рыбок здесь.
Вот такой красивый парк у нас. Вдоль прудика дорожка. Сейчас и туда пойдем гулять. Ну и там наверх подниматься. Защищает свое потомство. Кричит, чтобы никто не подходил. Никто туда не подходит. Какая красота. Вот, приплыли, да? Поняли, что их кормят. И прибежали. Сейчас все здесь будут. Кидай, кидай, быстрейше. Что ты так медленно? Кидай, кидай, кидай. Побыстрейше, побольше. Голодные. Голодные. Сейчас все рыбы здесь будут возле нас. Уже уточку покормим. Уже уточку покормим. Можно покормить уточку, можно. Лебедя сейчас я там кормлю. Фотосессия. Пасхальная фотосессия идет. Вот какие домашние гуси большие. Мостик. Вот смотрите, какие большие. И не боятся. Ручные. Тоже уже старые, старые, старые утки. Можно. Вот памятник. Уткам. Эй, товарищ, какой большой. Щось у нього нога піднята. Він що, каліка? Уже больше 11 лет ему. Уже парализованный или что с ним? Красавец. Что у тебя с ножкой, а? Какой большой, красивый. Нога у него, наверное, парализована одна. Мариша, кинь! Да, ему. Кидай. Лебединая верность.
Один остался, не изменяет больше. Все, одинокий лебедь. Никуда не улетает. Опустил ногу, значит, все нормально, просто он так ее поднимал, отдыхал. Территорию свою завоевывает. Не голодный. А вот и черепашка. Приблизительно где лебедь. Но не думаю, что видно будет. Но нам видно. Ага. Просто она... Угу. Вот какая черепашка поймалась в кадре. Красавица. Кушать тоже пришла. Ботанический сад. Или кто-то забрал яйца. Пахнет, что-то цветет. Здесь магнолия есть, сейчас пойдем туда. Вот нарциссы там цветут. Вот так снизу выглядит парк. А? Ага. Ну, его куплять, наверное, треба. Да. Ну так куплять надо. Вот такая красота. Лилейники вот вышли. Там водопадик. Летом они его включают. Сейчас не работает. Угу. Сейчас поднимемся вверх, пойдем дальше гулять. Красоту камера никогда не передаст. Всю ту красоту, которая есть на самом деле. Вот здесь... Таблички. Здесь в этом парке очень много всяких табличек. Память кому-то. А что там? Птички. А? Птички. А-а-а. О, вау. Мы с батьком дивилися. Мариш! А здесь какие птицы у них, парки есть, обитают. Виды дятлов, вот. Это новое что-то, вот что означает давно. Ну, мы уже 3 года не были тут. Вот макет какой красивый. Это мумии, я думаю, что это, ну, как мумированные. Вот третий вид дятла. Вот.
красиво придумали. Вот дорожка с высоты. Будем смотреть, вот плавает лебедь. День очень хороший, теплый. Красота. Вид красивый. Любоваться отсюда всей красотой. Деревья распускаются. Пойдем в ту сторону гулять. Вот еще один камень. Вот это память дочери, которая очень молодо умерла. И единственная наследница. Вот как красиво там нарциссы возле домика цветут. Дерево, наверное, старое, очень старое. Вот они его как здесь подняли. А там вот сделали такую. Работники работают, красоту наводят. Вот эти деревья как зацветут, вообще красота будет. Очень красиво они цветут. Это декоративная яблоня. Сейчас пройдусь, покажу здесь красоту. Опять там чья-то табличка в чью-то память. Иди, что пройтись, много-много-много нужно ходить. И снимать длинное-длинное видео будет. Вот какая красивая перкала. Сделанное. Там мостик тоже есть, и туда можно пройтись. Ну, вот здесь для отдыха место. Выходы разные, входы вот туда. Сейчас я туда идти не буду. Здесь тоже нарциссы. Красивые деревья всякие цветущие. Туда дальше будет. Все не обхватишь. Вот опять же там дорожки. И там дорожки. Ну, сейчас мы с другой стороны пойдем. Я туда пойду. Бабушка с дедушкой и дочка идут, моей дочкой. Вот, смотрите, как красиво с камней тоже сделано. Здесь для вдохновения, чтобы сделать в своем доме что-то красивое, очень многое. Вот работники парка едут. Вот, с этой стороны как красиво. Там, где я только что была. Я не могла ни на улицу выйти, никуда. Типа японского садика. В японском стиле. Вот. Камни, домики. Там опять же скамейки.
Ну и сейчас вот туда вот работник опять едут. Сюда пойдем. Там церковь есть. И покажу там поближе. Вот листья уже на деревьях распускаются, так что у нас весна. Весна красна. Смотрите, какая большая елка. И какая красивая. Прямо от земли и ввысь. А там клумба с злаками. Кажется, злаки. Приближу. Когда жили мы на квартире, приезжали сюда на целый день. И вот здесь, на этой полянке, лежали и отдыхали. Здесь начинается розарий. У них Стэнли Парк. Написано и кованая роза. И здесь начинается розарий. У них вот там, там и вот там розарий. Вот их много там розарий. Вот мода пошла натуральным. Обсыпать каждый год красным обсыпали. А ну вот здесь вот сад с розами. Летом приеду и покажу. Вот уже скамеечка, рододендроны. Когда рододендроны здесь цветут, очень красиво. Там скамеечки, там вот магнолия зацветает. А там есть уже, которая цветет, магнолия. Сейчас пойду здесь покажу. Рододендроны хорошенькие, ничего с ними не случилось. А нет, немножечко. Вот здесь очень красиво. Когда-то давно я фотографировалась. И здесь есть у меня фотография. Ну вот и нарциссики цветут. Вот сюда даже здесь написано: «Добро пожаловать в Эвелинен Розарий». Вот туда сейчас пойдем. Там тоже есть розарий большой. Здесь у них злаки растут большие. И сейчас мы идем по кругу, вернемся там, где мы были. Но сейчас мы наверху. И вот из камня такая старинная лестница здесь, спускаться вниз. Вот, кто любит дикую природу. И внизу там дикая природа. Все в первозданном виде. А наверху в цивилизованном виде. Слышите, вот там, где мы были, прудик с... Кричат утки и гуси. Вот какой красивое дерево. Вот магнолия расцвела. Вот такая аллея. Вот там фонтан. К сожалению, фонтан еще не работает. И вот церковь. Здесь колокола бьют. Летом очень-очень красиво. И... некоторые пары здесь венчаются. Вот такой красивый парк у нас. Там беседки есть. А наша прогулка продолжается.
Вот здесь тюльпаны еще не цветут. И розарии начинаются. Здесь за этим заборчиком розарии. Здесь лилейники, скамеечки, беседочки. И вот здесь есть фонтанчик. Но, к сожалению, сейчас он не работает. Здесь еще производятся работы. Вот работают работники. Еще не убрали. Вот здесь убрали то, что те розы, которые погибли, они выкапывают. И сажают новые. Вот какая беседка. Фонтан еще не работает. Ну и вот магнолия цветет. Со стороны солнышка уже распустилась. Сейчас посмотрим. Какая красота, как невеста белая. Сколыхнулась белая фата, словно крылья чайки над водою. Смотрите, какая красота. Красота, красота, красота.